Эта песня называется «Фрегат». В ней рассказывается о сложностях жизни, тоже и о борьбе, и в то же время как бы сравнивается. Но а если человек не соглашается с этим, что ждет его? И вот можно, слушая, как бы сопоставить два примера. И каждый из нас имеет возможность выбрать для себя, какой он выберет для себя путь, первый или второй. Одинокая душа, судьба к тебе нехороша. Ты как корабль среди морей, хлебнула горя и скорбей. Ты как потрепанный фрегат, который много дней назад ушел, расправив паруса. Но где ж теперь твоя краса? А все казалось по плечу. Могу я делать, что хочу? Могу я покорить весь свет? Но срок прошел, и сил уж нет. Разбиты волнами борта, до дыр порвались паруса. Чужие страны не влекут, найти бы где-нибудь приют. Теперь тебя не проведешь, ты в море больше не пойдешь. Пускай попробуем другое, поспорить со своей судьбой. Уж лучше на мели стоять и потихоньку прогнивать, зато спокойно у земли, а где-то в море корабли. А кто-то через океан, через страшный шторм, через ураган, идет вперед на Божий зов, в тот чудный край, где нет ветров. Крепчает шторм, и смерть грозит, но он пред смертью не дрожит. Он шлет молитву к небесам: Господь и Бог поможет сам. А ты устал, нет больше сил. Ты силу Бога не просил. И вот теперь ты на мели, вокруг гнилые корабли, и рядом с ними ты гниешь, и вместо жизни смерть идет.